не будет видно. Так надо. В общем, я хотел пройти к речке, но передумал. Видел там охрану, вот этот домик. Хрен его знает, можно, нет, разрешили бы, не знаю. Не стал я связываться. Не глянул, какое число, я попозже скажу. А воскресенье. Вот такая вот погода солнечная. Выбрал денек специально, чтобы снять какой-нибудь ролик из своего архива. Так, снег блестит классно. Ничего не вижу, блядь. Снимаю вообще, нет? А, снимаю. Сначала весь укутался, надел капюшон, все. А потом, пока дошел до сюда, уже почувствовал, что начало мокрость становиться. Вот. Хотя зима в этом году очень холодная. В общем, сейчас нахожусь в раздумьях. Думаю, планирую уходить с работы, с кроны. И попробовать себя в этом Тиандэ в интернете работать. Не знаю, что из этого выберет. Но желание поменять работу и заняться уже чем-то более серьезным. Очень хочется, короче, попробовать. Надеюсь, что все получится. Все мои мечты и планы. Все сбудется. Буду на это надеяться. Но пока на душе, конечно, херовато. Что-то менять в своей жизни сюда. Не просто сделать выбор, всегда тяжело принять правильное решение. Но я думаю, что я его сделаю.